центр Тюмени привезли белых медведей. По традиции кортеж проехал по улицам города. Семья косолапых выехала от берлоги на Одесской. Путешествие длилось 2 часа. А в этом году они совершили тур по улицам города в юбилейный 5-й раз. Медвежата Умка, Пломбир, Топтышка и мама Матильда Потаповна заняли свои почетные места на Цветном бульваре. Там их уже ждал глава большого семейства. Пришли мы посмотреть первый год, но это незабываемое зрелище. Мы живем рядом, поэтому у нас не было проблем добраться сюда. Но, конечно, мы немножко подождали, но это стоило того. Очень здорово. Настроение новогоднее. Понравились медведи, да? Понравились. Это мы первый раз видим, как они их будут устанавливать. Ни разу не видели. Только мимо проходили, и они уже стояли прямо здесь. Вот. Всегда интернет-трансляции смотрели. Так что все супер. Мне нравится. Обожаю свою Тюмень. Торжественное включение огней на фигурах пройдет сегодня в 6 часов вечера. Косолапая семья пробудет в городе до конца января.